Одни мод только. Легенько вообще. Вообще без вопросов. Ну. Не, это не буксует. И это пошло. Так вот потом, да? Да. А ты передок не включал еще, что ли? А? Перед. Нет. Здесь уже вообще опасно. Нет, ты бампером сейчас упрешься. Все, бампером. Так ты бампера уперся в землю, куда ж ты поедешь? Давай сюда, вот. Не бампером, а мостом, наверное. Пониженная. Пробуем туда же. Ни хера себе. Это да. Вот это зверь, машина. Ни хера себе. Ну. Я уже начинаю сомневаться в возможностях Урала. Да? Ну да. Пацаны, это, конечно, круто. Ну, он, видите, бампером цеплял. Бампером. Бампером? Да. Не, ну, вон, я вижу, генератором может. Ну, то есть, здесь уклон, чтобы вы понимали. Ну, то есть, я вот снимаю, там не видно почти машины. А может и мостом этим? Не. Нет. Она именно бампером здесь уперлась. Все, ставим газон на место. Спасибо, что смотрели это видео. Мы уже выехали на Шишиге, это хорошая новость. Ну, тормоза текут вроде как. Пока это еще первоначальный вердикт. Но, тем не менее, хорошие новости. Газон едет. И едет просто, ну, пока что очень круто. Я не знаю. Ну, Урал бы здесь проехал, конечно, но газон тоже с легкостью взял. Ладно. Спасибо, что смотрели это видео. Всем хорошего настроения. Хороших людей на вашем жизненном пути. Удачи и пока.